Но пошло. Ксюша пришла в отель Сол Тенерифе, это значит душа Тенерифе, здесь вот понаслаждаться вечерней прохладой, так скажем, после такого знойного дня с подъемом на вулкан Тейде. Вот, а теперь вот у нас такой вот релакс здесь наступает. Ксюша просто вот изучает сейчас испанские буквы, чтобы заказать, что ты там хочешь, фокаччу или мукаччу? Много чего хочу. Но пока буквы еще Ксюшек не выучила, все. Тут есть? По-русски, да. По-русски есть, но это вообще уже тогда хорошо. То есть сейчас мы по-русски закажем, чтобы неповадно было. Вот здесь такой берег, вообще шикардос. Вот смотри, класс. А там вот село солнышко, там вот закат был. А камни вот эти нагрелись, и они как сидим, как возле печки. Вот эти камни так вот испаряют, такое тепло идет. Ну, короче, такое идиллическое такое настроение. Вот такой вот ресторанчик. Вот народа не так-то много, но и не мало, знаешь, так всем хочется здесь пройтись. Это самая-самая первая полоса, где народ ходит туда-сюда. Это Лас Кристианос, Тенерифе. Приглашаем. А давай еще возьмем королевские креветки с брокколи. Ну, конечно, это обязательно. Давай. Конечно, королевские. Раз ты нашла это... 7,90. Ну, 7,90 это совсем мелочи. Это копейки. Конечно, копейки. Ну, поэтому мы возьмем, конечно, королевские креветки сейчас забабахаем. Вот. Ну, ладненько, сейчас продолжим.